Сегодня торги на московской бирже открылись снижением курса доллара и евро против рубля. Российская валюта продолжает укрепляться, опираясь на растущие нефтяные котировки. На текущий момент рынок оценивает баррель Brent выше 53 долларов. И есть основания полагать, что нефтяные котировки продолжат расти. Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США. Из протоколов понятно, что члены комитета достаточно сильно обеспокоены текущей ситуацией в американской экономике и высоким уровнем риска на внешних рынках. Доллар реагировал небольшим снижением на публикацию этих протоколов, и, соответственно, это дало небольшой импульс для роста котировкам на черное золото. Пока рубль продолжает укрепляться, ближайшие цели для рублевых пар 59,60 против доллара и 68,69 против евро.